мы сейчас не регистрируем случаев гриппа, но эпидсезон, понимаем, что он обязательно наступит, и, скорее всего, уже в конце декабря, в начале января, это по многолетним данным. Но он может наступить и раньше. Для того, чтобы сформировался постпрививочный иммунитет, прививку нужно сделать заранее. И лучшее время для этого – август, сентябрь, октябрь месяцы. Поэтому вот мы сейчас уже начали прививаться против гриппа, и прививочная кампания будет только нарастать. И ориентировочно она должна завершиться до конца октября. То есть мы ставим себе цифру 15 октября, но думаем, что сделаем это раньше. Прививали еще и от ковида. Коронавирус сейчас как бы видит от заболевших практически. Какие прогнозы на ближайшие? Прогнозы говорить сейчас очень сложно, но тем не менее мы сейчас видим некоторую стабилизацию эпидемической ситуации. Если раньше еженедельно мы прирастали на 75-80%, то за последнюю неделю прирост числа заболевших составил 12%. Но впереди начало нового учебного года. Это всегда всплеск респираторно-вирусных инфекций. Коронавирусная инфекция тоже передается воздушно-капельным путем. Поэтому мы думаем, что в ближайшее время число заболевших будет несколько увеличено, но а потом мы надеемся, что к началу октября ситуация стабилизируется. Что с ограничениями? То, что касается нынешней эпидемической ситуации, когда уровень заболеваемости составляет не более 200 на 100 тысяч населения, это недельная заболеваемость. Это практически в 5 раз меньше, чем мы видели в тот период, когда действительно действовали жесткие ограничения, в том числе на проведение каких-то мероприятий или на обязательное ношение масок. Сейчас этого не требуется. Сейчас 98% случаев все-таки заболевания протекает в легкой или в среднетяжелой форме, и самое главное, в форме ОРВИ, не вызываемого небольничной пневмонии. Число госпитализируемых не растет. На больничных койках находится менее 300 заболевших. Ежедневно госпитализируется от 20 до 30 человек. Но это, опять же, в основном симптомами респираторно-вирусной инфекции. И люди старшего возраста, у которых есть риски, что заболевание дальше перейдет в небольничную пневмонию. Поэтому вот на сегодняшний день мы продолжаем говорить о том, что коронавирусная инфекция все-таки опасна, наиболее опасная, продолжает быть опасной для людей, имеющих хронические заболевания, и людей преклонного возраста. Поэтому мы настоятельно рекомендуем возобновить ношение масок в транспорте, возобновить ношение масок, когда они приходят в торговые учреждения. Вот именно с таким посылом мы дали предложение и в органы исполнительной власти.